На днях, когда в Екатеринбурге еще не случилось июльское похолодание, в самом центре на градообразующем пруду возле Ельцин-центра одного рыболова постигла редкая удача, весом десятка, наверное, в полтора килограммов. На удочку ему попался не то чтобы уж прямо монструозный, но крупный толстолобик. Рыба, которая без очень специфической снасти и столь же специфической приманки на удочку почти не клюет, хотя ее что в городском пруду, что на других прудах ниже по Есети, живет вполне себе изрядное количество. Правда, видно, это становится чаще всего в результате мора, когда здоровенные рыбины дохлыми болтаются на поверхности. Будучи взрослой, эта рыбка весит, начиная от 20 килограммов. А нашему товарищу, художнику Геннадию Шаруйкину, однажды, 11 лет назад, на Ревкинском водохранилище, Довелось на подводной охоте подстрелить вот такого монстра с человеческий рост и весом более 40 килограммов. Поэтому представить себе, где находится верхняя планка их теометрии для толстолобика, довольно проблематично. Кстати, до таких гигантских размеров рыба вырастает почти исключительно на вегетарианской диете. Толстолобики питаются мельчайшими водорослями, фитопланктоном, поэтому любят цветущие водоемы, Поэтому его применяют наравне с белым амуром для фильтрации воды в загрязненных водорослями водоемах. И именно то, что он не плотояден, как раз и затрудняет его поимку привычной удочкой и наживкой. Червяки, опарыши и мухи ему попросту безразличны. Зато в подводной охоте это регулярный трофей. В такого толстого не попасть довольно сложно. А еще то, что он постоянно фильтрует сквозь себя воду в поисках микроводорослей – делает его мясо раз в 10 более насыщенным всяческими гадостями, чем в окружающей его воде. Например, в США оба вида толстолобика, существующие на сегодня, официально признаны несъедобной рыбой и вообще пришлым вредным чужаком, расплодившимся в их водоемах, так что годится он им лишь как объект охоты, например, с арбалетом. Так что лакомиться этой добычей удачливый рыболов в здравом уме вряд ли станет разве что только по примеру Сальери, подарит ее какому-нибудь знакомому провинившемуся мосорту? Специалисты полагают, что вот этот подросток попался на крючок, скорее всего, на мощный тройник, случайно зацепившись во время выматывания спиннинга, а не заглотив его. Можно сказать, что его практически загорпунили. А еще обращает на себя внимание здоровенный мешок, в который погрузили рыбу. Скорее, это похоже на пайву, прям-таки с крышкой, Вряд ли рыболовер шел на набережную у Ельцин-центра с таким большим мешком в твердом расчете на добычу в промышленных масштабах. Очень может быть, что зацепив такую рыбину и прикинув ее размеры, он позвонил другу, и тот примчался на помощь вместе с этим спецмешком. За это время, вываживая рыбу своей мечты, человек утомил ее так, что сопротивляться она уже толком и не могла потом, что хорошо заметно на видео. Другой свежий пример удачи на рыбалке, который тоже не закончился поеданием трофея, случился на Белоярском водохранилище. Двое в лодке без собаки в субботу баловались спиннингом, и при том, что улов вышел небогатым, один хвост потянул на очень солидную удачу. Судак обычных размеров – это до 4 килограммов. При этом суточная его норма вылова по закону – до 5 килограммов на каждого рыбаря. Этот же один потянул на 7 килограммов 400 граммов. С учетом того, что оба к тому моменту уже имели кое-что, этот монстр, их совокупные 10 килограммов максимум, превышал значительно. Ну а штрафы нынче, ну как бы сами по себе не очень разорительные, от 2 до 5 тысяч рублей, но при этом еще возможно и конфискация не только орудий ловли, но и самого судна. Так что после короткого взвешивания и фото-видеосессии вкусный, но потенциально уж слишком дорогой судак был отпущен хищничать и дальше на белоярке. сейчас мы его будем отпускать. Смотрите, 7400 судак поплыл. Оп. О, без вариантов. Спасибо за внимание.